Праздник Ураза-Байрам отметили мусульмане всей страны. Это традиционный и важный день в исламе, который наступает по окончанию священного месяца Рамадан. В парке культуры и отдыха Малаховки прошла праздничная молитва. Там работали мои коллеги. В течение всего священного месяца Рамадан мусульмане держали строжайший пост. В дневное время они не только отказывались от приема пищи, но и от воды. С наступлением праздника Ураза-Байрам все запреты снимаются. В первую очередь день начинается с общей утренней молитвы, за которой следует короткая проповедь. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла иляха иллаллах. Человек, держащий пост целых 30 дней, не ел, не пил, не предавался развлечениям, выдержал все предписания Бога. И вот этот праздник показывает, что человек перешел на новый качественный уровень, на новую ступень. Во время Ураза-Байрама, который длится 3 дня, верующие поздравляют друг друга с окончанием поста, подают милостыню, а также готовят праздничные блюда. Кроме этого, обязательным атрибутом праздника являются подарки – Коран, религиозные предметы, посуда или сладости. На праздник принято собираться большим кругом родных, соседей и друзей. Ну, у нас в году вот 2 праздника. Мы планируем как с родными, как собраться, да, отметить тоже в кругу родных, близких. Да. Мы даем подарки, поздравляем, да, всех. Праздник Ураза-Байрам отмечается со времен пророка Мухаммеда. По религии именно в Рамадан мусульмане получили священное писание Коран. С тех пор этот месяц символизирует для верующих очищение. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.